Насколько я знаю, достаточно сложное положение финансовое центральной районной больницы двух районов. Это и Чедернунский, но про Волконежский я ситуацию там знаю. Если помните, где-то месяц назад я говорил, обращал внимание главы администрации, что идет рост ритуал задолженности по больницам ПСЕР. Было сказано, что это временное явление, что все это погашено будет. Последняя информация, которая поступила с кассы медицинского страхования, рост резко пошел. На этой неделе мы собираем всех главврачей, всех районов, будем обсуждать эту проблему, почему идет рост. Я просил главы администрации посмотреть. Чедернунский очень резко пошел рост. Конечно, и так у нас было. Последней информации пока по Кондрату нету, но вместо того, чтобы гасить, у нас получается рост долгов. Если помните, вы говорили, что мы не дошли по Чедернунскому, по Кондратскому району, то, что произошло, было, конечно. Поэтому на этой неделе мы все время обсудим, но глава администрации не является учредителями. Еще раз, без нас мы уже как бы сведем это все. Почему идет рост? Есть ли информация на заплатить? Конец 60%. 85%? Нет, 60%. Конец июня месяца. Конец июня, садится. Николай Макарович, я прошу вас на заседании исполнительного комитета ГГУЗИ. Мы должны заслушать вопрос всех трех главных врачей. И они должны прийти с мультимедийными своими презентациями в разрезе последних 5 лет анализ. Сколько было кредиторской, дебиторской задолженности, сколько по заработной плате, какой процент на оплату идет услуг, какой процент идет на оплату питания, какой процент на медикаменты, какой процент на зарплату. В общем, все, вот полностью услуги, электроэнергия, все мы должны знать. И я хочу посмотреть динамики за последние 5 лет положения дел по оплате услуг, медикаментов, питания, заработной платы и в динамике рост. Сколько процентов идет рост зарплаты, сколько процентов идет рост оплаты по энергоресурсам. И последняя графа, сколько долгов. Если система постоянно показывает, что увеличиваются долги, до свидания, главный врач. Как менеджер неэффективный, не управляет, до свидания. И решения будут приняты до конца июня. Вот я хочу посмотреть график. Они должны быть сняты с должностей, понимаете? Не надо ни с кем из них миндальничать. Они будут наращивать долги, а потом стандартно. Ну-ка, исполком, давай 500 тысяч в Луканежскую больницу, миллион туда, миллион туда. Мы что, безразмерные, что ли?